В Беларуси создается совместное белорусско-люксембургское предприятие по переработке бурых углей. Соответствующий договор уже подписан. Сейчас стороны согласовывают технические вопросы. Реализация этого масштабного проекта начнется в ближайшие месяцы. Его стоимость около 3 миллиардов долларов. Инвестором выступила крупная люксембургская компания. Однако при строительстве предприятия по переработке бурого угля и горючих сланцев Беларусь намерена также использовать технологии Южноафриканской республики. Работа над этим проектом длилась 2 года. Это считают специалисты одно из важнейших направлений по обеспечению энергобезопасности нашей страны.